Ребята, всем привет, добро пожаловать на канал Mongoose Games. Мы с вами продолжаем прохождение страны Talion Deon, военный аванпост. Хотел было сказать уже торговый. Торговый у меня проходится в отдельной серии. Это вы можете посмотреть на Boosty. Итак, я, ребят, достроил третий этаж. Построил крышу, все у нас нормально, все хорошо. В принципе, у нас все уже построено, поля нормально. Есть тут, облагородили им как-то, тут им есть и свадебная арка, и, пожалуйста, тут им и дорожечки, и медпункт у нас, и склады, и кухня у нас работает, и пищевой склад, все у нас есть. Получается, если я вот так вот уберу, здесь заработал у нас вот этот аппарат, он, в общем, потребляя энергию, производит всякие вот эти вот вкусняшки. Тут всякие кексы, стейки от шефа, фруктового фламбе, рататуи, спагетти из монстров. Ну, вот такие вот поставил рецептики от шефа туда. Так что наши ребята тут сейчас нормально кушают. Также два робота-помощника у нас готовят постоянно еду. И всем ребятам я поставил, чтобы они уже ели нормальную еду, а не то, что там подберут с грядки или что там, какую-нибудь клешню от какого-нибудь насекомого. Давайте смотреть по нашим исследованиям, что дальше мы можем поизучать. В принципе, мы почти что все с вами изучили. Тут только всякие боевые дроны пооставались, сигнальные огни, гранаты, зонтики всякие, 3D-печать мяса, 3D-печать деталей. Кстати, печать деталей. Зачем паять электронные схемы вручную, если можно печатать их на принтере? А, сюда просто эти, как у ресурсы, будут закидывать и все, да? Давайте это изучим. Быстрее будет нам делать электронику, всякие процессоры и все остальное, да? Вот это изучаем. Ставим вот это и вот это. В общем, изучаем теперь пока что все подряд. Больше толком изучать нам нечего. Все мы с вами видели, все мы с вами строили. Эти оборонительные роботы пока что нам не сильно-то и горят. Плюс я еще, ребята, все-таки перенес вот сюда наших домашних животных, чтобы поменьше тут их убивали. Тут, я не знаю, тут, если что, поставим эти, как вам, такие же наши ветрогенераторы, правильно? Правильно. Кстати, сколько они там и чего стоят? Получается, одна электроника и углерод, да? Одна электроника. Ну, с электроникой беда, поэтому пока что трогать не будем. Ну и получается, с электричеством у меня тоже вроде все нормально. У нас по электричеству получается, ну это сейчас ночью, 1600 мы производим за счет ветрогенераторов, да? А батареи у нас 30 тысяч энергии. Киловатт, мегаватт там содержит. Так, ну давайте пробежимся, теперь посмотрим, что мы можем еще построить. Например, в лагере. Это мы все с вами строили. Надеюсь, до могил у нас не дойдет дело. По фермерству мы все с вами сделали. Гидропонные стойки, я думаю, смысла нету ставить. Зимы как бы есть, но не сильно суровые. В принципе, проблем у нас уже с едой нету. У нас ее тут просто полные склады, даже бывает и складывать некуда. По разведению скота мы вроде с вами все сделали. Каких-то хищников, других животных приручать, думаю, смысла нету. Собаки вроде не попадались, да, чтобы им какого-нибудь питомца сделать. Ребята, стал еще вот этот забор делать, как он, ворота в силовом барьере называется. Но такое себе удовольствие, если честно. Получается, они... Да, они забор этот не проедают, и этот как бы не рушат. Но они, когда его кусают, этот забор, то получается, тратится энергия, и все. Никакого урона электричеством не наносится. Ну, не знаю, может, так окружим вот так вот этот, получается, весь наш периметр потихоньку, помаленьку. Пусть будет, как бы, да? Может, не так сильно через заборы будут они прорываться. Будем успевать их отстреливать. По хранилищам смотрим. Мы вроде все поставили. Дроны-доставщики у нас есть. Гардеробы всякие, стеллажи, всякие холодильники мы поставили. По жилищу мы с вами все построили. Что тут у меня?
А бетонные можно делать, да? Бетонные, кирпичные всякие проемы большие. Вроде все по мебели, вроде тоже мы им все пораставили. По досугу все построили, устройство в VR. Я им все-таки поставил вот тут вот на втором, фу, на первом этаже. Теперь они могут тут спокойно заходить, играть, повышать свои те или иные навыки. Свет, тепло. Обогревателей смысла нету ставить, потому что мы поставили кондиционеры. Про вентиляторы я вам уже неоднократно говорил. Единственное, можно им сделать это... Давайте им наклонные эти поставим столбы, да, со светом. Получается, нам как-то надо, чтоб вот туда светило на дорожку, да? Вот так поставим. Где-то примерно. Наверное. Вот так. Где-то. А, там елочка у нас, да? Ну, пускай будет неровно. Ну, вот так. Хотя мы вот эти сейчас отменим и все на одной линии поставим. Почему бы и нет? Все будет по фэншуй, все будет красиво. Так, ты что делаешь? Ты нафига срубил эту ерунду? Это срубать нельзя. Засранец такой. Так, давайте копируем. Ставим один сюда. Один куда-нибудь. Сюда. Ну, вот так вот поставим, да? И также с этой стороны. Получается вот так. Вот так. И где-нибудь получается вот так, да? Так сделаем. Потом свет им нужен тут где-нибудь поставить. Пум-пум-пум. Ну, чтобы им тут красиво было везде ходить. Так, давайте поставим один фонарь. Это куда-нибудь вот сюда, чтобы им свет был. Возле медпункта, конечно же, поставим наши фонари. Чтобы они могли ходить и спокойно лечиться. Да? Вот так вот. Здесь арочка. Ну, я не думаю, что они ночью там будет. У них бракосочетание. Так что тут пропускаем. Здесь подсветка есть у нас. Здесь у нас получается... А, здесь мы фонари не смогли с вами забабахать. Ну, у нас есть здесь фонарики. Поэтому свет им вроде как и не мешает. Есть, да? Единственное, тут возле складов еще несколько штук можно поставить, как бы. Давайте, наверное, так и запланируем. Где-нибудь, например, поставим один вот здесь. Получается фонарь, правильно? Один где-нибудь. Вот так вот у них дорожка идет, да? Давайте тогда его так разместим. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Ну, вроде пока что вот так поставим. Сильно наляписто тоже некрасиво будет. Так, единственное, чтобы вот эти у нас заработали, нам надо сюда провести это столбы, да? Столбы, столбы, столбы. Как бы нам их красивенько тут оформить? У нас вот есть столб, да, который обеспечивает электричеством медпункт. Давайте проведем. Вот так поставим. О, как раз таки достает, да, через дорожечку, а сюда дальше. Давайте вот так. И где-нибудь. Где-нибудь. Вот так. Куда-нибудь вот сюда. К дому выведем, а к дому не получится. Там у нас эти стоят всякие окошки, макошки. Давайте вот здесь поставим. Почему бы и нет? Ну, по крайней мере, вот так вот столбы прокинем. По крайней мере, должно соединиться у нас с электричеством, да? Вот не вижу, вот этот фонарь соединяется. Кажется, нет. Давайте, наверное, вот так вот еще сделаем. Один фонарь. Так, наверное, надо вот этот удалить. Вот этот удалить и отсюда уже копировать по новой, чтобы оно тут все красиво у нас соединилось. Вот так и вышло вот сюда вот. Вот, теперь вроде столбы, ну, фонари тут должны нормально гореть. И также выведем это в эту сторону.
поставим вот так столб, потом где-нибудь здесь поставим столб, здесь и куда-нибудь выведем вот сюда. Ну вот так вот примерно сделаем им электричество, чтобы у нас все красиво и классно было. Кстати, вот этот можно даже отменить и вот отсюда его перенести вот сюда вот. О, вот так будет покрасивее немножко. Ну и все, фонари вроде должны будут работать. Должен будет свет быть, да? Так, дальше смотрим с вами, тогда идем по производству. Что мы тут еще не ставили? 3D принтер, это у нас что делает? Использует для производства ресурсов углеродные нанотрубки. Строительные материалы. Так, а еще что он там эти нанотрубки делает? Нам, в принципе, этот 3D принтер смысла нету ставить. Все почему? Потому что мы с вами нормально выносим гнезда и добываем углеволокно. А вот производство материалов я бы поставил, да? Давайте попробуем один вот сюда воткнуть, как раз таки где-нибудь вот тут, наверное, разместим пока что, да? Один. Нам сюда что нужно? Нам сюда нужны металлические сплавы и матрица для производителя. Вроде матрицу нам делали. Да, матрица у нас одна есть, поэтому сейчас построят и посмотрим, что он из себя представляет это производство материалов. Может, поставим их несколько. Дальше у нас все идет, все изучено, все хорошо. По электричеству мы вроде смотрели, тоже у нас есть аккумуляторы, там всякие громоотводы, это мы все поставили. Рубильники я не буду ставить. Цепь все заводить одну не буду. Датчики, наверное, ставить не буду. Да и фонари, наверное, ставить не буду. По науке у нас получается, медпункты мы поставили, роботов-помощников поставили, шары у нас есть, все есть, да. По обороне мы вроде тоже с вами все понасали. Я тут, кстати, поставил еще три вот таких ракетных установки. Потому что, я думаю, если мы начнем ставить ретранслятор, наверное, волны будут такие уже посерьезнее у нас. Ну и все, нам осталось что? Нам тогда осталось это поставить наш ретранслятор Ansible, на котором нужно много очень электроники и нужно очень много процессов. О, какой он здоровый получается у нас. Так, куда же тебя воткнуть-то? Даже тебя воткнуть. Может, тебя вот сюда поставить, как вариант. Как вариант. А сюда будут пытаться на него напасть, да? Будут пытаться на него напасть. Так, сюда. Пока что строить не надо. Сейчас мы попланируем тут. В принципе, тут можно сделать оборону. Такую же, да? Чтоб сюда не нападал никто. А почему бы и нет? Давайте тогда ставить тут сразу. Запланируем. Какие мы поставим? Каменные. Камень есть у нас? Есть. Поэтому мы сейчас разместим тут сразу же нашу оборону. Вот такие прям заборчики поставим. Вот так вот раз. Так, подожди-ка. Тут копируем. Так вот проводим два. Потом. Не, тут надо повыше, получается, поднять, да? Ой. Мискликнул. Так. Получается вот так. И тут выводим это все вот так. Теперь по поводу лесенок, да? Ступенек. Ну, пускай будет одна здесь лестница, а одна будет стоять вот здесь, чтобы наши ребята могли сюда подниматься. Правильно? Думаю, да. Так, ну и ставим тогда нашу оборону. Сначала будем, чтобы оборона была у нас. Давайте поставим это пулеметы. Раз.
Здесь пойдет лазер-пулемет. Пулемет. Здесь разворачиваем. Отсюда пойдет лазер. Пулемет. Лазер. Пулемет. И также с этой стороны ставим. Получается, здесь пулемет, лазер. Так, пулемет. Потом, как там у нас идет с той стороны? Лазер, пулемет, да? Лазер, пулемет. В эту сторону разворачиваем. Лазер, пулемет. Вот так вот. Вот это мы сейчас отменим. Переставим сюда. Чтобы было, как говорится, все красиво и по фэншую. Так, нас интересует это пулемет, который будет стоять у нас вот так вот, да? Теперь мы ставим здесь это лазерные установки. Не зенитные пушки. Давайте лазеры поставим. В принципе, этих, как его, птиц и пулеметы тоже нормально убивают. Так ставим. Вот так. Потом с этой стороны также ставим лазер вот сюда. Получается вот сюда. И вот сюда. Правильно? О, вот так вот. Ну, как-то так, да. Так, сюда ж надо столбы нам еще подвести. Один столб ставим, получается, вот сюда. Один столб выводим вот сюда. И также ставим его вот сюда. Чтобы электричеством у нас все снабжалось. Потом, наверное, тут есть смысл поставить это ракетные установки. Вот только ракетные установки я не знаю, где мне разместить. Отсюда как бы не то, да, за складом. В принципе, мы можем их как вариант поставить где-нибудь. Например, раз, два, три штучки сюда. И где-нибудь три штучки с этой стороны. Получается, раз, два, три. И с этой стороны будет эту область защищать. С этой стороны будет эту область защищать. Ну, как-то вот так. Осталось, короче, сюда кучу электроники, кучу процессоров. А, электроника даже не нужна. Ну, куча процессоров нужна и куча сплавов. Ну, этим сейчас займутся. Кстати, нам построили вот этот производство материалов. Давайте смотреть, что тут могут делать они. Могут делать дерево, камень, металлические сплавы, кремень и жидкое топливо. Ага. А я бы, например, лучше бы создал, чтобы делали электронику нам. Жидкое топливо, например, поставим до 300 единиц. Это что нам нужно? Ничего, оно просто будет производить нам жидкое топливо с электричества, правильно? Да. Камень, металлические сплавы, кремний нам не надо. Хотя, если создать кремний. Что на него надо? А ничего, оно просто делает нам автоматически, да? Угу. Так, а что мы там с производства еще смотрели с вами? Производство материалов. 3D принтер, который у нас углеродный нанотрубки производит. Мне бы такую, которая производила бы нам электронику еще в автомате, да, чтобы наши меньше ребята этим занимались. Так, а по науке у нас есть что-нибудь такое подобное? А, вот, смотрите, есть у нас печать деталей, да? Печать деталей. Вот это мы сейчас и поставим, когда у нас Thunder это все изучает. Ну и все, ребята, пускай тут занимаются стройкой, потихонечку оборону сейчас построим, и потом тогда начнем. Как раз поставим тут еще несколько вот этих 3D... Как они там правильно называются-то? Вечно забываю. Вот это печать деталей.
будем производить с вами, поставим на электронику сначала, чтобы они электронику бахали, ну а потом процессоры и энергоячейки, наверное, это будут пока что ребята наши сами делать. Если у вас есть музыкальный инструмент, то будет и музыка. А музыка — это все, что нужно для вечеринки. Давайте соберемся и потанцуем в 19 часов. Отличная идея, и мы это, конечно же, сделаем. Отлично. Все, ребята, ставим на ускорение. Отбиваемся от жуков. Отбиваем волны, когда придут. Летать в экспедиции я не знаю, есть ли смысл. Что у нас там осталось? У нас, получается, исследование. Ну, давай, пускай Арита туда сгоняет. В принципе, она уже ничего у нас не изучает. Кстати, нам не хватает процессоров, поэтому пускай Зандер туда слетает. Лом со звездолета нам как бы не нужен. Обломки звездолета тоже не нужны. Топливный блок. Топливные обломки. Обломки двигателя. Обломки модуля управления. Обломки звездолета. Месторождение кремния нам не нужно. Нефтяной танкер. Обломки звездолета. Обломки грузовой капсулы. Обломки посадочной капсулы. Охотничьи угодья. Короче, оставалось то, что можно полетать и пособирать металлоломы, ну, которых у нас пока что и так вполне хватает. Когда будут подзаканчиваться, кстати, было 1010, уже там, ну, почти 8 осталось у нас металлолома, потихоньку его расходуют. Поэтому, как это все нам сделают, включаем ретранслятор, строим ретранслятор и посмотрим вот этот... на ретранслятор Анзебель и что он из себя вообще представляет. Так, кстати, исследовали нам печать двигателей, пока что мы с вами тут болтали, разговаривали, поэтому давайте его с вами и поставим. Вот где он только у меня находится? Да он и есть. Нет, это не он. Так, падающие обломки, это мы, конечно же, на разбор сразу ставим. Да. А где наша деревня-то? А, вот она. А, кстати, и обломки-то недалеко. Печать деталей нам исследовали. Ну, это ж мы должны что-то поставить. Может, это 3D-принтер нам нужно поставить? Получается. Давайте 3D принтер поставим. Может, он нам будет печатать эту электронику и всю остальную поеду, как говорится. Так. Ну, вот так вот его разместим. Так, разместим. Правда, сюда надо 5 электроников процессоров, целая куча. Ну, думаю, с этим быстренько справиться. Все, ребята, ставим на ускорение и ждем, когда это все построят. Там ребята изучили еще дистилляторную, где мы можем производить с вами алкогольные напитки или сироп. Ну, сироп у нас и так собирается производиться. Ну, давайте им сделаем какой-нибудь небольшой... Тут еще... Ну, небольшие алкогольные напитки, да? Там хотя бы встретить тот же Новый год, там расслабиться. Давайте их несколько штук тут как раз таки и разместим. Пускай они тут стоят. И я вот не вижу. Оно вроде тоже работает у нас от электричества, да? Насколько мне известно. Ну, сейчас как построю, так мы на этом на это и посмотрим. Или вручную. Ну, скорее всего, от электричества должно как бы работать. Будем производить им еще небольшой запас алкоголя. Так, улучшенные солнечные панели нам изучили. Зандер у нас простудился. По исследованиям, ребят, ну тут осталось, прям я не знаю, чего вы тут им изучать еще. Ими гранаты пускай изучают. Пускай вот это, давайте вот это, все подряд, короче, ставить, все будем изучать. Стимуляторы, ну я поставил поля на бодрые грибы, и, в общем, когда они их первый раз соберут, мы сможем с вами... создавать еще стимулятор. Ну, поставим на верстаке, чтобы немного сделали стимуляторов. Кстати, что нам дают стимуляторы? Получается, где нам это посмотреть?
Повышает уровень внимания, уверенности в себе и энергии. Понятно. Короче, под колесами они будут, да? Область работы обозначает квадратный участок, где будут жить и работать выжившие. Выжившие, назначенные в рабочую область, не смогут ее покинуть, пока не получат прямой приказ. Думаю, мы это ставить не будем. И по электричеству у нас получается есть улучшенная солнечная панель. Но мы панели тоже солнечные ставить не будем. Все, продолжаем дальше с вами изучать все. Вернее, не изучать. Ну да, изучать и строить. Ну и так как у нас тут мало процессоров, ну, нехватка процессоров, поэтому я время от времени, ну, короче, отправляю вот сюда, на обломки суперкомпьютера, кого-нибудь, чтобы могли привести нам процессор. Они там по 3, по 4 единицы за раз привозят. Ну и тут в исследования, ну пускай Эмилин слетает. Ну, вроде сейчас уже пока что ничего нового они не открывают. Ну и вот в исследовании что-то новенькое, да мы с вами все-таки открыли. Модуль данных. Мне удалось найти чей-то модуль данных. Полезная информация была погребена под кучей материалов для взрослых. Мне удалось найти обширную коллекцию документов, содержащие психологические и научные данные об улучшении фаз сна. И мы открыли с вами, совершили прорыв в исследовании «Это эффективный сон». Отлично, отлично. Все-таки, если летать, чего-то там добиваться, то мало ли, как бы оно говорится, поздно ли или рано, да, мы все-таки этого добиваемся. Так, в исследованиях получается мы с вами можем изучить это эффективный сон. Ставим, конечно же, ну и графенные солнечные панели уже туда также до кучи ставим. А, они у нас и так стоят, тогда мы ставим это защита из кожи. А, тоже стоит, да? Ну, лазерные мечи тогда пускай изучает. Сейчас уже добьем все наши исследования. Ну, ребята, построили нам 3D принтер. Да, тут можно печатать электронику, я уже выставил процессоры и также энергоячейки наши. Давайте, наверное, скопируем. Просто их тут несколько штук поставим. Я думаю, даже 3 штук вполне хватит. И будем производить с вами уже электронику, процессоры. Это все в автоматическом режиме. Ну и тогда тут, так как оборону уже построили, потихонечку тут также мне забор достраивают. Вот этот энергобарьеры. Ну и давайте снимаем уже, получается, с паузы наш ретранслятор Ansible. И будем сюда вкладывать часть ресурсы. В принципе, у нас все сюда хватает, кроме это электроники и процессоров. Ну, думаю, этим займутся, это все сделают. Поэтому ставим строить. Тем более, плюс сейчас, когда сделают тут нам, получается, вот эти еще 3D принтеры достроят, пойдет процесс намного быстрее. Ну и вот, наконец-таки, все запчасти, все ресурсы, все детали сюда поставлено. Сама-то она начинает строить ретранслятор. И сейчас, когда она его достроит, посмотрим, что он из себя представляет, с чем его едят и что вообще с ним нужно делать. Осталось тут прям вот чуть-чуть, буквально 20%. Сама-то у нас очень быстро это уже все делает, все строит. Получили с вами ачивочку «Алло, это Земля». И ретранслятор у нас сейчас устанавливает связь. Искусственный интеллект Ansible связывается с галактической сетью сверхсветовой связи и обучается устанавливать контакт с планетами, разделенными бездной космоса. Результат процедуры будет сброшен, если Ansible отключить от питания. Ну, пока что вроде нормально все идет. Наверное, надо дождаться, да, когда он установит связь или когда тут шкала заполнится. В общем, пока что непонятно, что он должен делать. Ну и, как я и предполагал, да, надо, чтобы заполнила шкала, то есть это должно пройти какое-то время, чтобы он установил связь. Ну, не знаю, у меня такое предчувствие, что сейчас еще будут на это агриться у нас животные, да, за то, что он там издает какой-то там
непонятное излучение, которое им вроде как мешает и вредит, и они его будут стараться уничтожить. Так, ребята, зарядился у нас наш ретранслятор Анзибель, и на этом игра у нас закончилась. Я думал, может, какая-то катсцена у нас покажется или еще что-нибудь, но нет. Пока я там отстреливал это гнездо, пытался добыть углеволокно, потому что оно у нас подзакончилось. У нас зарядился ретранслятор Анзибель, и в общем, как говорится, и сценарий мы с вами прошли. Ну, в принципе, что можно сказать? Построились мы с вами неплохо. Я думаю, прям хорошее у нас получился лагерь. Получились хорошие сооружения. У нас и медпункты, и склады были, и кухонька, и домик такой. И все для них было сделано. Тут можно жить спокойно себе припеваючи, да? Только вот единственное, под конец это мучили постоянные атаки насекомых. Ну, просто их было очень много и часто. Ну, а так, в принципе, все было у нас хорошо. В общем, на этом мы и заканчиваем прохождение. Спасибо всем, ребят, за просмотр. Всем, кому было интересно, всем, кому понравилось, не забываем ставить лайки. Также, ребят, не забываем подписываться на канал, чтобы не пропускать выхода новых серий. Ну, а с вами был Мангуст. Увидимся. Всем пока-пока.